Шазанкары, столица Турецкой Республики. Сегодня мы здесь, в районе Кызылай, в районе, точнее говоря, Шихия. Здесь около вот этого замечательного и интересного памятника. Кызылай будет немножко дальше, где-то, наверное, метров 300. Центральная площадь Анкары. А вот здесь самый интересный такая скульптурная композиция, которая означает символ Анкары. Почему? Потому что на нем необычные животные изображены. Ну, честно говоря, я их раньше никогда не видел. Ну, можно представить себе, что это олени или лоси. Ну, действительно, это олени, но они из таких очень древней культуры, древней культуры хетов, которая жила вот здесь, как раз на этой территории Анкары, надо сказать, примерно 4000 лет назад. И вот эти археологические находки есть в музее историческом, который вот в районе Анкара-Калыси. Там есть большой специальный музей. Есть еще этнографический музей, там, конечно, это тоже есть. Но вот эти скульптуры, они керамические, они очень интересные, они керамические, довольно-таки большие. И вот копия вот этих вот животных, таких вот они немножко такие стилизованные, интересные олени, вот как раз это и есть символ Анкары. Ну, конечно, мы, вот те, кто изучал культуру Европы, Азии и мира, в школе не проходили, наверное, вот эту культуру, потому что каждую территорию населяет обычно много народов. И чаще всего обычно изучают ту народность, которая самое главное имеется, а вот глубоко-глубоко, вглубь веков обычно мы так не заходили. Поэтому, конечно же, здесь вот, появившись в Анкаре и подойдя к культуре, которая символизирует культуру хетов, в общем-то, удивляешься. А в музее около Анкары-Калыси, в музее Анкары, в музей средних веков, он как-то примерно так называется, там просто замечательный музей, и в нем надо сказать, что даже можно фотографировать и снимать видео. Не знаю, ни в каком другом музее такого нет. И, пожалуйста, там есть и золотые изделия, и самых разных веков, из тех культур, которые жили в разное время на территории Турции. Они собраны вот в том замечательном музее. А вот эта скульптура, конечно же, к ней приятно подойти и вдохновиться глубиной истории, которая основ тех, которые здесь, в Турецкой Республике, и жителей Турции. Сегодня жаркое солнце, 30 градусов, больше. На Кызылае вот нету движения, там какая-то небольшая такая демонстрация. Но наше видео не об этом, наше видео об истории и культуре Анкары. Поэтому смотрите наш канал, ставьте лайки, и будут продолжения, будут интересные истории, будут на русском и на английском языке из Турции. Из Анкары и других городов Турции. Так что с вами был Виктор Фурса на канале Виктор Фурса в Entomologies Beekeeper Ukraine. И сегодня 7 августа 2016 года. Пока-пока, привет из Анкары, столицы Турецкой Республики. Всего вам доброго, Шихия. Вот это место, где наживается вот этот замечательный памятник. Пока-пока.